В России появится налоговый вычет на занятия спортом. Законопроект согласовали в правительстве страны и готовы внести его в Госдуму. Суть нововведения в том, что россиянам вернут 13% от денег, потраченных на занятия спортом. Например, если вы купили годовой абонемент в спортклуб за 20 тысяч рублей, государство вернет вам 2600 рублей. Принятие и реализация закона будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, уточняют в правительстве. Кроме того, таким образом чиновники предлагают дополнить линейку социальных вычетов, которые полагаются за платное обучение, лечение и пенсионные накопления. Механизм получения будет таким же, но властям еще нужно определить, за занятия в каких именно физкультурно-оздоровительных организациях будут возвращены деньги. Свои предложения они должны дать в Минспорта. Надеемся, что данная инициатива она воплотится, реализуется, так как всегда хорошо, когда государство осуществляет какие-то льготы новые, вычеты в том числе. Вот, надеюсь, опять-таки, что наши граждане смогут в полной мере воспользоваться данным вычетом, вот, и большее количество видов и типов организаций за оказание ими таких услуг, эти вычеты будут осуществляться.